Темой нашего разговора является а, недавнее заявление общественного деятеля а, Российской Федерации Севастьянова. А, это уже превращается а, в какую-то грязную тенденцию со стороны России по отношению к своему а, почти единственному союзнику, который остался у него. Сегодня весь Земной шар отвернулся от действий России, которая выступает сегодня агрессором по отношению к Украине, в отношении Крыма и Юго-Востока Украины. И точно такие же поползновения сейчас идут со стороны России по отношению к Казахстану. Оскорбления идут сплошным потоком, что Казахи это значит, чуть ли не стадо баранов, которое послось на бескрайних степях. Поэтому в, таким, в таком ключе. Разговор с Казахстаном невозможен. Союз в Евразийском союзе, нахождение Казахстана с такой страной, которая не уважает своего соседа, не уважает своего союзника, шовинистичен, высокомерен, а попросту уже идут выходки скинхетские, фашистские по отношению уже к государству в целом. Вот возьмем тот же самый Кавказ. Нагайцы, Кумыки до сих пор не имеют своего, о своей автономии. Посмотрите, какая построение идет Карачаево-Черкесии или, или Кабардино-Палкарии. Тюрки, Карачаевцы и Балкарцы. Получается, они разорваны между собой и не, не объединились в единую федерацию, Федеративную Республику автономию. Возьмите историю между Ингушетией и Северной Осетией, когда пригородный район искусственно забирается от одной республики в другую и создается на века громадные значит, мина замедленного действия под отношения. Мы можем вспомнить историю, когда в голды Голдомора 1933 года практически половина казахов была уничтожена. А если брать по регионам, то по Северному Казахстану, а по Северному Казахстану значит, количество казахов, которые погибших, составляло уже две трети. То есть, получается, основной Голдомор коснулся Северного Казахстана. И именно на этой территории потом происходила а, так называемая целинная эпопея а, с а, массовым переселением а, народа из а, центральных районов России и а, других уголков а, славянской части Советского Союза. В данном ключе а, речь должна вестись не о Союзе а с Россией, который а, сегодня громогласно и безнаказанно а, с, глаголит и лимоновые, и Жириновские и Севастьяновы, а нужно вести речь о том, чтобы мы заняли позицию вооруженного нейтралитета, как это занимает Швейцария в Европе, как это занимает Туркмения по отношению к Ирану, к, к России, к Азербайджану. И на этих позициях мы должны занимать вооруженный нейтралитет как по отношению к России, так и по отношению к Китаю. И в отношении Северного Казахстана здесь должны быть переброшены, созданы все 10 боеспособных дивизий мирного времени, должна создаться крепкая оборона на северных границах. И мы должны будем продолжать дружить с Китаем и с Россией, но настороженно с, значит, с оружием в руках. Не надо входить в состав России и в состав Евразийского союза, что будет подразумевать передачу в Москве ряда значит, рычагов управления. Как бы мы ни говорили значит, в составе Евразийского союза при равенстве голосов, как бы оно ни заявлялось, в любом случае, по многим параметрам, Казахстан будет оставаться жалким меньшинстве Белоруссии и России. Это Славянские республики две трети голосов будет все время на их стороне. Плюс имейте в виду, что Россия и Беларусь на сегодняшний день это полугосударственная конфедерация который так и называется «Союз России и Белоруссии». Туда стремится сейчас в ближайшее время войти и Армения. Это три христианские республики. Казахстан будет априори в меньшинстве. Надо еще учитывать два момента. Мы туда входим неподготовленными, не имея собственной промышленности. Сегодня Назарбаев ее, эту промышленность разрушил. Поэтому неконкурентоспособная казанская промышленность, которая де-факто отсутствует, будет значит, фактически Создавать базу, когда а, вся товарная база России Укра... и Белоруссии будет вторгаться на рынки Казахстана, а в ответ а, значит, со стороны Казахстана не будет ничего предложено на товарные рынки и Белоруссии, и Украины. Другой фактор – военно-промышленные. А, все военные запчасти, значит, оборудование, спецмасла для а, значит, обслуживания военной техники – все получается а, из, из состава России – в такой угрожающий период мы должны создавать авторки в, в военном промышленном комплексе, создавать ситуацию, когда мы можем стать, постоять за себя, иметь как, значит, военную экономику в своей области, но в условиях Евразийского союза ни о какой речи о независимости, о создании каких-либо независимых отраслей, от России, не может быть и речи. Будет наоборот идти речь о создании того, чтобы в Казахстане или в России создавались те производства, которых нет в, на территории Евразийского Союза в целом. Получается, мы подводим под крест те моменты, которые когда-либо могут, значит, позволить Казахстану создавать независимые значит, предприятия отрасли от иностранного влияния. Другой фактор. Мы имеем информационную языковую зависимость от России. У нас и так 90% газет, журналов значит, производится и издаются на русском языке. В этой ситуации в Евразийском Союзе мы еще ухудшаем ситуацию. Поэтому мы можем входить в состав значит, любого союза. Если бы мы были бы независимы и могли бы как-то от этого союза, от расширения рынка иметь какую-то пользу, вторгаясь на рынке Белоруссии, Армении, России со своими товарами. Сегодня этого мы не имеем, поэтому во всех отношениях союз нам не выгоден. Надо не забывать заявление недавно председателя парламента Хакасии, который точно так же в таком же ракурсе заявил, что значит, Россия имеет право претендовать. В этих условиях нам ни в коем случае вступать нельзя. Я приветствую, что Россия в лице вот таких своих политиков раскрыла свое истинное лицо. И ни о каком добросовестном, добрососедском сотрудничестве не может идти речи. Значит, не стоит идти в брак девицы из Института благородных девиц с маньяком, с насильником.